Операция «Гостомельский капкан». В Национальной гвардии Украины рассказали, как в первые дни войны украинские военнослужащие обороняли аэродром вблизи поселка Гостомель Киевской области. И какую ловушку устроили для подразделений вооруженных сил России. Бой за Гостомельский аэропорт стал важнейшей составляющей успешной обороны Киева. Меня подняли по тревоге. Я прибыл в часть, к нам прилетела крылатая ракета, которая попала в плац. Мы экипировались и выдвинулись к аэропорту, чтобы проверить посты. Наши зенитчики-срочники мои, увидев вертолет противника, открыли по нему огонь и где-то через секунд 10-15 его сбили. Через секунд 10-15 вертолетов противника заходили с направления водохранилища на нас. Мы приняли бой с ними. Также результатом этого боя был удачно посаженный К-52 «Аллигатор». Их задачей было захватить плацдарм аэропорта, чтобы потом подтянуть основные силы. Это самолеты Ил-76, которые должны были приземлиться и высадить основную силу порядка одной бригады с тяжелой техникой, чтобы продолжить наступление на столицу. Зашла 95-я бригада, наши десантники. Зашли со своими вертолетами, разбили их технику и живую силу. Удерживали несколько дней. Гостомель — это такая была эстафета, которая переходила из рук в руки на протяжении 10 дней. Вследствие боев был поврежден ангар с Мрией. Также был поврежден ангар с Русланом. Там боевой вертолет тоже нашел свой приют. Был удачно посажен нашими бойцами Ми-24. Это тоже боевой вертолет. Много обломков на взлетной полосе. Это обломки боевых вертолетов Российской Федерации.